Привет, танкист! Это гайд по настройке графики в игре War Thunder, который подойдет не только для новичков, но и для игроков, которые играли в эту игру 5000 и более боев. В этом видео я покажу три основных пресета настроек графики в этой игре. Первый пресет я называю новичок, ну или же подпивкович. То есть для игроков, которым нужна графика, а не только результат в этой игре. Для того, чтобы добиться этого результата, мы с тобой заходим в настройки графика и наблюдаем следующие настройки графики. Тени от эффектов, тени от объектов, улучшенный прибой мы выключаем. Оставляем только мягкие частицы. Остальные галочки тоже, в принципе, можно выключить. Анизотропную фильтрацию оставляем 8x. Сглаживание оставляем FXAA. Хотя, если у вас мощный компьютер, можно поставить TAA. Далее по настройкам. Панель, параметры, производительность. Не трогаем. Качество текстур высокое. Качество теней низкое оставляем. Разрешение эффектов ставим высокое, для того, чтобы можно было наслаждаться картинкой и графикой после убийства противника. Разрешение рендера максимум, облака в полете на средние, облака на земле ниже среднего, качество ландшафта оставляем на высокое, дальность деревьев убираем в 0, плотность частиц оставляем на средних настройках, дальность травы убираем в 0. SSAO оставляем на средних настройках графики, тени от маленьких объектов и качество отражения убираем в 0, качество воды на средние, качество эффектов воды на средних настройках оставляем, качество свободного освещения оставляем на низких, качество физики на максимум, качество деформации ландшафта на максимум, также деформацию ландшафта и следы гусениц выкручиваем на очень высокое, так как нам нужны следы гусениц. Так, ну теперь выходим из настроек и смотрим, какая у нас получилась графика в игре. Сейчас более или менее видно технику, ее можно в бинокль рассмотреть. И с такими настройками графики техника начинает бросаться в глаза. Также для эффективной игры нам нужно зайти в настройки, общие, поиски написать трав и отключить галочку «Трава в танковом прицеле». Это вам позволит гораздо лучше видеть в танковом прицеле, если она у вас была включена и вы даже, возможно, не знали про эту настройку. Ну что ж, теперь я расскажу про минимальные настройки графики или же киберспортивные, или как еще любят называть игроки ультра-лол или ультра-лох, на которых, собственно, играю я, и, возможно, в будущем будешь играть и даже ты. Эти настройки являются самыми имбалансными в этой игре, так как они дают преимущество в игре, минимум 20% к общей видимости картинки в игре. Плюс не сжирает FPS, а напротив, увеличивает количество FPS в игре у тебя на компьютере, так как это является, по сути, самыми минимальными настройки графики в этой игре. Ну что ж, давай перейдем к самим настройкам графики. Для этого нужно зайти в настройки, графика. Заходим в настройки, графика. И просто нажимаем на кнопочку совместимость со старыми видеокартами. Далее перезагружаем нашу игру и заходим с абсолютно новым видением нашей игры. Ты даже, возможно, не знал о такой возможности. А она есть. Немного подкрутим сразу настройки Ultra Low. Добавим детализацию ландшафта. Поставим фильтрацию X8, можно X16, включим сглаживание, параметры производительности на максимум, качество текстур на высокие, качество минимальных теней низкое, деформация ландшафта на очень высокое и следы от гусениц на максимум. И перезагружаем нашу игру. Теперь же мы с первых секунд видим преимущество графики Ultra Low. Ты просто посмотри, как видно технику, посмотри, как бросается в глаза вражеская техника. Да, качество графики пострадало, но за счет этого и добивается преимущество в этой игре. И поверь мне, это еще не все настройки детализации яркости. Есть еще сторонний софт, где дополнительно можно увеличить качество, контрастность и яркость картинки в игре. И сейчас я тебе покажу, как это сделать. Наглядно продемонстрирую, как настроить дополнительно графику, контрастность, яркость и четкость картинки. Я пользуюсь GeForce Experience, и, к сожалению, GeForce Experience работает только 600-й линейки видеокарт NVIDIA, и, к сожалению, не работает на видеокартах AMD. Но не спеши разочаровываться. Ты можешь легко найти сторонний софт на YouTube и найти гайд, как это установить и как его правильно настроить. Все это есть на YouTube. Итак, переходим к GeForce Experience. Нажимаем на клавишу Alt F3 и открываем стили. Первый стиль у меня уже есть. Открываем второй стиль. Добавить фильтр.
и добавляем детализацию и увеличение резкости. И наблюдаем за магией фильтров. Тут настройки сугубо индивидуальные. Просто открывай ползунки, настраивай, делай для себя комфортную, яркую и четкую картинку, как тебе больше нравится. Ну, в принципе, это все настройки War Thunder, которыми я пользуюсь и которыми ты, возможно, будешь пользоваться. Надеюсь, мое видео было тебе полезным, ты узнал много нового для себя. Ты поставишь лайк, на канал подпишешься и приходи ко мне на стримы, проходят они каждый день с 6 вечера по МСК до 10 часов вечера по МСК. Всем спасибо за просмотр, всем пока!